Приветствую вас. Смысла у всех слов очень много. И толкования у слов тоже очень много. Пожалуй, если бы молодой человек хотел бы извлечь пользу, выгоду из ваших отношений, он бы вел себя так, что вы бы уже давным-давно поняли бы, что он это хочет. Обычно такие люди, они ведут себя несколько иначе. И уж точно не говорят своим любимым нежные слова, приятные слова. Вообще говоря, у таких людей нет любимых людей. Потому что такие люди любить не могут. Ваш парень говорит вам ласковые слова. И это говорит о том, что он хочет сделать вас счастливым. Это говорит о том, что он хочет сделать вам приятное. Это говорит о том, что вы для него дороги, что он вас ценит. И оборот речи здесь несет именно тот смысл, который вкладывался изначально. Потому что, по большому счету, вы для него самая дорогая, бесценная, и так далее. И нет никаких оснований говорить, что мужчина хочет извлечь выгоду из ваших отношений. Там, где вы это прочитали, там, где вы это узнали, знаете, информации сейчас очень много. Технологию, а точнее технику психоанализа используют все, кому не лень. Различные психологические знания приходят в массы в самых причудливых формах, не имея при этом четкого знания и понимания того, как это работает. Когда молодой человек называет вас драгоценностью и золотой, он имеет в виду ваше значение для него. Так он вас видит. И это его восприятие вас. Вообще говоря, это все. То есть не нужно искать смыслов больше в том, что он вам говорит. Потому что вы ничего больше не найдете. Единственное, что можно здесь выявить, это то, что мужчина вами дорожит. Но никакой выгоды он извлечь из ваших отношений не хочет. По крайней мере, в том смысле, в каком вы это имеете в виду. А желание извлечь выгоды, оно на психоаналитическом уровне, на уровне подсознания, на уровне неосознанности проявляется совсем по-другому. И поверьте мне, вы бы заметили бы это, будь оно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.